2024 году произойдут глобальные подтопления. Я, пожалуйста, попрошу моего ассистента вывести карту на экран. Вы сможете увидеть, как в будущем, это примерная карта, да, я небольшой специалист в географии, примерная карта, как будет выглядеть потопленная территория. Обратите внимание, что будет потоплена Турция, Греция, Болгария, практически весь Кавказский регион, огромные территории Саудовской Аравии, Йемена, Умана, все эти территории, Казахстан, практически треть Казахстана, Азербайджан, в общем, вот эти, Таджикистан, вот эти все государства, я сейчас напомню, на память не помню, посмотрите по карте. Столица Ливана, Бейрут, испытала на себе сегодня сильный дождь в сопровождении с градом. Улица буквально усыпала градинами разного размера, максимальный диаметр выпавшего града составил 4 сантиметра в диаметре. После сильного дождя образовались локальные наводнения, было парализовано движение транспорта. Машины утопали в воде, образовались многокилометровые заторы. Также из-за штормов и сильного ветра временно по всей стране на непродолжительное время отключали электричество. Отметим, что наводнения в зимний период в Ливане уже стали обычным явлением из-за сильных дождей и плохо обслуживаемой инфраструктуры. В Саудовской Аравии на протяжении дня шел сильный дождь, который привел к наводнениям. Пострадал город Мекка, расположенный на расстоянии около 80 километров от Красного моря. Некоторые улицы города оказались затоплены, по ним бурлящими потоками бежала вода. Затоплены здания, магазины, много автомобилей, автомобильное движение на время было затруднено. По последним данным, нет информации о пострадавших. Конечно же, весь этот океан новый, он пройдет практически по всей территории России, и, как это ни странно, вам это сейчас кажется диким, он впадет в Баренцево море. Представляете, да? От Красного моря в сторону Баренцева моря.
При этом Черное море, Средиземное море, они объединятся. Каспий тоже, все это будет одним большим красивым морем. Поэтому вы посмотрите на карту, и вот то, где будет происходить, пролегать вот эта вот линия, да, именно водяной столб, скажем так, вот там будет самое обильное землетрясение. Уже в ближайшее время Челябинск и Екатеринбург сильное землетрясение. Соответственно, хребет, на котором находится как раз непосредственно Эльбрус, будет сильно трясти, и при этом будет сильно повышаться температура. Почему это происходит? Для чего это происходит? Все будет объяснено в этом фильме. К сожалению, в наше время история категорически неверна. Нам совершенно неправильно объясняют все, что происходит. Нам пытаются это заместить какими-то литосферными сдвигами, но это даже логически непонятно. Поэтому, если у вас возникнет желание обратить внимание на этот проект, я буду очень рада, потому что вы будете в курсе всех событий. А то мне буквально сегодня писали, стоит ли переезжать из Греции. Стоит. Начнем с того, что там в ближайшее время начнется война с Турцией, плюс еще сильное подтопление. Реки вышли из берегов и затопили более 200 домов. На Урале ливневые дожди. В одном из городов из-за непогоды введен режим чрезвычайной ситуации. Пока не утонула. Ты вся мертвая, она у нее есть. Ой, какой ужас. Пострадали не только жилые дома, но и здания администрации. Даже металлургический комбинат приостановил производство. Люди выйти на улицу не могут. Света нет. Почти 300 спасателей сейчас на лодках патрулируют улицы города и эвакуируют жителей. Для них подготовили 3 пункта временного размещения – санаторий и 2 детских сада. Последствия разгула стихии устраняет на юге России. Сильный дождь, ветер и даже град обрушились сразу на несколько регионов. В Дагестане поселки, где в общей сложности проживает более 10 тысяч человек, остались без света. Повреждены линии электропередачи. Всего в 200 метрах от домов сошел селевой поток. Смыло часть автодороги. Никто не пострадал. А на Ставрополье пришлось на время перекрыть движение на трассе, ведущей в минеральные воды. Из-за ливней подтоплены более 100 садовых участков. Воды так много, что она даже в домах. Ущерб сейчас подсчитывают и в Ростове-на-Дону, где накануне всего за пару часов выпало около половины месячной нормы осадков. Город поплыл. На дорогах после потопа остались номерные знаки машин. Кто-то лишился сразу и бампера. А коммунальным службам теперь предстоит отремонтировать мост, который заметно повредило потоками воды. Информация взята из открытых источников. Евразия Дейли. 30 октября 2020 года. После землетрясения на Турцию накатило цунами. В сети появляются видео, как после землетрясения в Эгейском море на города Турции накатило цунами. На одном из видеороликов можно увидеть, как в бухте 44-тысячного города Сефери-Хисар, недалеко от которого находится эпицентр землетрясения, яхты будто тащат мощным течением вглубь к причалам. На другом потоки воды уже льются по узким улочкам города, а уровень воды поднялся до метра и более. Среди домов несет, например, столы и стулья. После землетрясения объявили о цунами. На появившемся видео видно, как затапливает Сефери-Хисар, который находится к югу-западу от Измира, написал журналист TRT World Аускар Сурбакти. На еще одном видео вода уже совсем ушла из бухты. Мужчина говорит, что уровень опустился на метр, и теперь жители боятся второй волны цунами. Губернатор Измира Явуз Селим Казгер заявил, передает Анадолу, что землетрясение породило цунами в прибрежной зоне Сефери-Хисар, и по меньшей мере один человек пострадал. Также волной цунами накатило на греческий остров Самос, и также потом вода отошла. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмический центр EMSC, после самого сильного толчка в разных точках региона в Средиземном море произошло еще десятки толчков, в том числе с магнитудой выше 4 баллов. Афтершоки продолжаются и могут длиться недели и месяцы, сообщили в Твиттер представители EMSC. Аура Сабадус из агентства ICIS пишет, что терминалы СПГ в турецкой Алиаге и греческой Реветусе не пострадали. Как сообщала EA Daily, около 15:00 по московскому времени в Эгейском море к северо-западу от греческого острова Самос, который почти примыкает к Турции, произошло землетрясение силой 7 баллов по шкале Рихтера. Очаг находился на глубине 16,5 километров. По данным госагентства Анадолу, в ближайшем крупном городе Измир из-за землетрясения погибли 12 человек и 438 получили ранения. Немного информации о ситуации на греческом острове Самос.
Известно, что там частично разрушился храм.